вечер, ничего не предвещает. Хороший теплый вечер, наконец-то весна. И тут вот стою я, курю. Стою, курю возле своей машинки, да, и тут медленно, но верно. Пытается заехать кто-то. Блин, сказки не получилось, блядь. Стою я и жду, когда же он повернет. Это не куб. Это вообще ни разу не куб. Вообще моргает. Ни разу. Какой-то маленький, непонятный. Кикар. Ну, он как-то отдаленно напоминает, конечно, кейкар. Ой, куб. Похож даже чуть-чуть. Но это ни хрена не Nissan куб. Я же предупреждал. Я поеду на другой машине. Ни разу, но зато правильный руль. Приветствую. Приветствую. Так, ну что? Нет, ну практически за почти, десятая. Почти похож. Так, чуть-чуть утрамбовали. Практически за десятая. Да. Еще раз представься. Александр. У тебя какой кубик? Вообще, по идее. Это 11-й. 11-й. Вот, Краснодару приперло. Так, ладно. Идем за наклейкой. Получаем вот такую наклейку. Ну, можно как бы без машинки, можно с машинки. Вот. Так. Осталась одна еще. Так. Чуть-чуть немножко румяне. Всю зиму лежат. Они, в принципе, клеились, вот, потому что косточки мы приклеили, все нормально. Да? Да. Еще одна наклейка уходит товарищу, кубодругу. Ура!